четверг с 8 утра до 2 часов дня от водоснабжения была отключена большая часть Черноморска. Это связано с плановыми ремонтными работами, проводимыми на сетях водопровода. С самого утра на улице Виталия Шума в районе стоматологической поликлиники сотрудники предприятия «Черноморскводоканал» на магистральном трубопроводе установили секущую задвижку диаметром 400 мм. На данном объекте работала бригада мастеров, а также было задействовано 3 единицы техники. Это первый этап реконструкции трубопровода, потому что он находится в аварийном состоянии. И ведутся работы по замене этого участка. Поэтому ставится сейчас задвижка, чтобы когда будут проводиться дальнейшие работы на втором этапе, чтобы уже не было такого большого масштабного отключения, как сегодня. Установка секущей задвижки также даст возможность в будущем обеспечить водоснабжением новый жилой комплекс «Цветной бульвар».